кал кресты и актуалы каски. Раздавайте вам. Потом забафались по фулу, да? Опять дайте бафы, чтобы мы всем рейдом пошли бить трэш. Идем бить трэш. За свободу и в левой стороне будем идти. Страх ваш самый опасный противник в этих проклятых. Ай, стража. Скрепите свои сердца, и ваши души высияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей Форды. Той силы тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно. Я подверг его душу ужасным мучением. Здорово, попались? Привет. Но вскоре он склонится. Да, собрались.
Я тут. Помогите мне, пожалуйста. Чем забегавшая? Как сбегала? Я в магазин бегала за пельмешками. Потом заболел, надо было еду купить. Ужас. Я ненавижу бегать. Ну, тебе виднее. Что, Жень, часто на шишку бегала? Замерите, блядь, большого. Ну я не могу сразу двух держать. Я так понимаю, что я леди танчу. Чё, гоники, кто юзает Starfall на такой, бля, ёбнутый? Я за стенкой стоял, не знаю. Кто-то побежал, наверное, когда большие пошли в рейд, кто-то побежал с агровой жопой. Если я зайду сейчас в инст, он не согреется на меня? Нет. Так Дженнифер, друг, может он просто попятился, не знаю. Ты красава, конечно, ставишь рыбу и жопой на нее садишься. Это уже ваши проблемы. Рыбу-то я ставлю. Между прочим, из своих собственных запасов. Получается рыба из пухана. Там скелет идет. Пусть идет. Что, агрит, нет? Да, агрит.
Это был оковский пэт. Боль, а это... Все видела. Это просто 500 ГП, боль. Мне нечего сказать. Почему тебе пайт не на пассиве? Ребят, ребята, отойдите, отойдите. Сейчас, чтобы не сагрить его. Ну, боль, ты можешь мне объяснить, почему у тебя пайт не на пассиве? Натурал он, наверное. Актив ты имел в виду? Нас слышно? Да. Да. 1, 2, 3, 4, 5. Да. 6, 7, 8. Фу, вы специально. Лову кралька. Это что, песенка такая была, да? Слышно, слышно. Так этот заяц и волк, заяц и волк. А нас слышно? Походу она нас не слышит. Только ты нас слышишь? Так включи. Закончится, так и не начавшись. Никто не смеет входить в обитель господина. У меня уже достаточно таких предметов. Алло, алло, кралька. Ну, наконец-то. Включила динамик, да, в РК? Да, что-то затупила РК. Микрофон поправила. Ну, я тоже так говорил, когда динамик забыл включить. Нет, ну я-то вас слышала. Так... И мы тебя тоже слышали. Да чего вы врёте? Да серьезно? Ты считала 1, 2, 3, 4, 5? Да. Угу. Мы тебя слышали, просто мы тебе отвечали, но ты нас не слышала. Значит, что-то затупило. И мы начали петь песенку про Фредди Крюгера. Там у тюменской коня можно охнуть. О, козырной РЛ. Сейчас как покикает всех. Кикнул Джерри, ну ничего себе. Дайте с ума, пожалуйста. Ставить еще рыбу кому-то или все уже поели? Ставь. Рыба в стене.
для тех, кто идет против системы. Дайте лапу брать. Максимус, ты тут? Максимус, все, все готовы, на счет один начинаешь стинг. Три роги кидай стрию, два, один рога напуливай на стинг. Почему я только один стакаю раскол? Что это за херота? Нас трое. Я хочу увидеть стаки раскола уже. Я еще раз скажу про раскол. Все вары получат 2000 гп. На хп пой, Джеймс. Давайте, РДД. Альпич, погиб на хп. Поставьте костровскую ауру, Тудин в жопу ушел. Давайте подправим. Лесните меня, идите уже на трэш. Не надо тут стоять, смотреть на всю эту фигню и все раздал. Тугагло, иди бей трэш, что ты стал в босса пялишься? Осколки получает. Еще есть Мордрен. Просто я не знаю. А Мордрен собрал шем. Крути наручи на мейн. Два шипа, дом просто так порол. Я в ПДК спекаться? Да. Кто в демоне? Какой лог? Чё? Ой, боль, у тебя слишком много таких предметов, так что не знаю. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Ребят, можешь кто-то запах зачарить? На что? Станину. Давай потом. Да, могу. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот,
Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Выбери. Забери. Паладин. Да забей. Есть у кого око дракона? Последний доверну. Доверяйте. Это баба Вару. Вару футболку дайте, каску, кулак, пистобал и лоб. И по магам то же самое бахнуть. Первый на пул даете на стимку, второй на пул даете на сервера со снайпером. Ну ты, короче, понял, да? Альпич, что тебе не хватает? Да что, пуляйте, там монахрин слышит. Тут кольцо в трэше. Забейте на это кольцо, бейте босс. Притяни с лестницы. Ты трэш, играем. Давай по трэшику. Слева, справа, траж добей. И контроль по всем. Один из слейте капли, пока не поздно. Забыл сказать. Леди пока. Бейте пока, леди. Трэш собирайте. Все, давайте в трэш. Контроль. По Войстерфову и по Альпичу. Стопните, стопните, по леди, стопните, играйте в трэш. Никто не бьет. Убейте леди, дайте эфир. Давай, переводить. Апу. Подними Белотрон. Кто? Пейте трэш слева. Кому поднять алло? Тебе. Бейте трэш, алло, че вы леди бьете? Бейте леди. Два Б дали, короче. Эффициент, осторожно. Контроль дайте, теряю. Хорошо, сыграл децент. Давайте полезем. На пол, на сервисе, снайп сторожила, прожми уход, уход этот, ну ты понял, магловскую хероту эту, невидимость. Против тюменский контроль, духи центра. Давайте в трэш все играем.
Да можешь не бить, трэш, иди на пулевой на танков, всегда бей леди. Бейте леди. Сейчас смотрим, идут ближе к правой стороне. Левый от вас, правый от меня. Бля, сорян. Именно ударил, выкрил в этот момент. Бейте уже, трэш, бейте, леди. Давайте резните паушек, отправляйтесь наверх. Ваша смерть. Не остаться в танке или свернуться обратно? В обратно. Не бил он, просто так порвал. Надо кому-то. Он же ПВПшный считается. Как ПВПшный? Пока баганый, можно дамажить на, с ним на этих, на струке. Тролльте это. Уже просто так, надо кому-то. По ножу. Все, погнали дальше. Одну минутку, а ты сейчас. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Это Богош, храбрые воины. Солдат Альянсу тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Давайте на корабль. А уже поставьте плюс в рейдинг, кого ни на одном чаре нет коня. Я хочу просто посмотреть. Есть такие? Повтори. Кого коня нету? Кто из вас будет первый по дамагу? За весь инст будет ролить коня с БДК. Я предупредил. То есть ролит БДК, и кто будет первый по дамагу? За весь инст. Ну, в ваших интересах, мульти, АПКшек, не будете ролить. Чек. Это вар будет первый. Рогой тоже можно. Ну, рога вар этого не обгонит. Ну, вар может АФКшить. Он сейчас отстает, так, нехило. Все, все готовы. В пушке кто хочет, кроме танка, пикивалки запускаем. Герои. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Вар, вы поняли насчет раскола, да? Чистак, этот раскол тут не ролит коня, да? Вы видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! А что, у меня неправильные символы, да? Выкинь нахрен лунного огня и поставь рой насекомых. А что он дает? Он будет больше бить, а лунный огонь беспонтовый символ.
Просто роль насекомых нужно будет обновлять. А лунный не надо будет, да? Не-а. Он тебе дает, по-моему, просто дольше что-то там бьет, но меньше урон первоначальный. Короче, блядь. Ну, а вы чё? Вы? Как это понимать? Это ХП. ХП. Джон, дай по мне Б. Или нет, Дженнифер, дай по пулкеру Б. Дженнифер, когда и у меня. А, ну тогда пижон давай бар. А откуда у тебя КД? Да он на леди, мы с Дженнифер одну цель резали. Там было не дайте слышно, бар. Ты вроде как врага сказал тебе, и я поэтому и стал кастовать, а поэтому и там Дженнифер тоже кастанул тебя. Пару дайте бар. Ты сука, дайте сагрить ты их, ебали в рот, блять. Огонь! Летайте, давайте, добивайте пушки. Паску, кулак, лапу, приставал в поварку. Давайте, 100к. Разряжает. Еще раз разряжу. Хорош. Синхронно. Я вот забыла, а в Африке порчу на 35% потом заново обновлять или на 25%? 35%. А. Не знал такого, блядь, может поэтому я 18к не горем давал. Так. Короче, тут фигня. Нужна эта фигня, я думаю, козырной вам даст на шару. Момента поставьте. Кольцо, надо кому-то кольцо. На оф. На оф, ролики кольцо, надо кому-то. Сука. Вадим, зачем ему на тебе? Ребят, рыбу нужно ставить? Дайте рыбу, там что-то дайте. Может у меня еще в спеке что-то не так, посмотрите, тоже спек, может там что-то не так. Бешенство. Готовность. Выпейте настойки, чтобы дать максимальный рейдовый ДПС, если вам не лом. Да, и так есть убили. У кого камень на 20 силы? Верну после рейда. Дайте, пожалуйста, а рыбка есть. Почему у меня нет еще пристава? А вот это совы не качают никогда? Типа грозой бить нормально? Нет. Нет, и надо бешенство тебе вкачать. Откуда убрать? Тайфун убери, он тебе нафиг не надо. Ну это один талант, а еще два откуда? Тайфун нужен. Да ну, куда? В этих откидывать духов? Тайфун прикольный. Короче, потом слова поговорим, да и все. Сколько там секунд осталось? 35. 34.
на обновите горн. Да, мне кажется, что что-то забыло. 30% урона насекомых. Но не влияет на шанс попадания противника по цели. Это похер, да? Да. Вместо символа лунного огня, да? Да. Дайте раскол, пожалуйста, вары. Все. Геру дадите через... Как только срок станет у БДК. Давай. Еще раз можешь забрать? Да, хотя уже не надо. Сейчас забирай. Это трэш. Кружочек с рейд. Помазываю. Бейте, трэш. Еще трэш будем бить. Давайте еще один трэш бьем. Сильнее, фулл ход. Как может? На метках фулл ход. Надо гимн читать. Эти трэш, я знаю. Так, тут пояс упал. Эти пояс. Похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Чумку, идем токен завоевать, да, рольки. Ну зайдите, кто там дальше, блин, в ворота, нету порта. Там мы так обижали. Мы идем. Так открыли, уже здесь появилось.
Таунс. Брали типа банку одну. Эти банки. Добивайте себе трэш. Ты сразу ничем идеально, там вальку потом убьем. А чтобы шмот забрать за 10%. Это надо, чтоб никто не ролил, или как на успех, или что это? На успех. Выбрать ролл. И все. Ну и типа, это дед как успех. А успех, как смешмак. Мы сухами заливайте, давай первый стан Джонглерой, второй стан Тюменская, третий Актугал, потом Галк. Это станки масл. Из пятницы на проф в холле Пала хорошо. А кто знает, во сколько ребро спулили? В 19 или во сколько? Где-то в 19.07. Ебать. Тренер друидов же только в громовом утёсе, да? Ёбаный, да. Угу. Вон и погань ещё есть. Можешь типа туда попнуться. Да, кстати. В Аргимаре шьёт, нет? В Аргимаре нету? Нет. Я не помню. Не должно быть их там. Да иди в Лунную Поляну, стопудовый вариант. А у тебя же там ТП-шка-то есть. Так, а где ТП-шка? Я не учил нихуя, походу. Бля, ёбаный. А в балансе она. Чё, орёшь? Как так можно? Не учил я её, блядь. Пускай маги-порт поставят, проблема века. Бля, она, по-моему, так появляется. Это... Сейчас ловушка ещё будет, давайте. Ловушечку. Бьём. Тихо, как шлю. Этот бой там спадет. О, Слава, ты не ювелир часом? Нет, ты чё, я бомж. Суманете маг какой-то порт поставите в громовой, я пока символ куплю. Блять, надо было в громовой прорваться. Сброшу там. Что? Кто-то может почту поставить? Да. Ну, потом. Я тогда сейчас побыри курилогнусь, камень себе подшлю. Чё, бой спал? Поставьте шкаф, пожалуйста, сумоните. Не, еще не спал. Слава, собаку бьём. Не спал. Угу.
и духов в комнате, значит, можно будет бить лунным огнем теперь, да? Ну, в принципе, да, но лучше Starfall по очереди, я, ты, я, ты. Starfall-то само собой. Не, ну или дополнительно. Да там хватает и Starfall одного практически. Пеньки собаку. Че, Локи, дайте шкаф там, алло, или че? Так, боссы, подойдем. Сила и честь. Главная сила. Стойте тут-то. У нас будет ловушка. Готовьтесь. Бейте. Сейчас я зайду. Одна минуточка. Так, на рендже. Две совы. Два ШП. Четыре мага и протопал. Не, не так. Две совы. Два ШП, протопал. И три лока. Все поняли. Две ШП, протопал. Две совы, два ШП, протопал и три лок. Все поняли, кто на рейнже? Так там же демон один. Ну и чё? Какая разница? Я бегу. Кто там мог почту поставить? На рейнже два ШП, две совы, три лока и протопал. Смотрите, на рендже вас 8, пожалуйста, не забегайте никуда. Вас 8 человек на рендже. Чек. Чё там, симонеть, алло? Хуй долечу я, блядь, гробового, блядь. Боль, что не хватает. Эти была на рукаску. Все, все готовы. На счет один начинаешь. 3, 2, погнал. Выйти на БДК, пожалуйста. Беги, малышка, беги! Блин. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Thank you.
Ну, забирай. Пошёл. Ты не фридом. Блядь, ну так оно нахуя тут, блядь. А ты фридом. Взрыв. Взрыв разбежались, что я затыкал. Ты все нравишь. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Кому-то кровь. Ловлю рыбу справа. Для кого? Не, сейчас лень. Следующие рыбы придумаю. Так, звезда. Не. Квадрат. И полумесяц. Вот туда будете сбегаться. Чек. Все готовы, погнали. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Мини-зон. Мини есть уже одна. Thank you.
обычное облако газа. Только будьте осторожны. Папочка, у меня получилось. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Тапки упали. Ты всегда был моим любимчиком. Плохой человек, ты в курсе? Любую землю. Столько... Просто так. Магнит, это земля просто так. Давайте тюменская хила. Не, Эрдру есть, если чё. Да, не, лучше хулипал. Второй хулипал? Да, два хулипала, это профитно. Будем форсить по или стопать? Да вот я еще думаю, наверное, будем это на друиде стакать эту хрень и переводить босса. Дженнифер, ты знаешь, что делать? Нет, я вот набрала, сейчас не знаю. Я спрашиваю, ты знаешь, что делать или нет? Нет. Вот я тебе еще раз скажу. Не надо тут, ну, типа, что-то рассказывать. Да, нет. Если не знаешь, я рассказываю. Короче, друид становится у стеночки. Вот, типа я, этот танк с куклой, он тут стоит, короче. Ты его хилишь буйным ростом, кидаешь омоложение. И той стань, сюда уже и стой, вот тут вот, друид. Вот там и стой, короче. Дайте чек. Дайте магу бафы, крест и что там еще? Лапу, кулак. Кому там кулак надо? Нужна рука. Паладином, каску и пристанище. Мы с пула не бьем, да? Не бьете. Да, там нету. И кулак по варам. Баф не такой кулак, вообще пофиг. Тюменская баф не такой кулак. Сесса сейчас никуда не давать. Все. И пей, Джон Лерой, а мы стоим все курим. Курим. Джон Лерой, иди, беги к Эрдру. К Эрдру беги. А ты его буйным ростом и омоложение по кукле. Буйный рост, не жизнецвет.
не восстановлю. Уровень рост костой. Да он не знает, что делать. Буйный рост, буйный рост. Буйный рост. Ты можешь буйный рост кинуть на куклу или нет? У него не вкачано. А что он этот? Он у него не вкачано. Что вы ему заставляете ход оттуда? Лол. Вкачан у него буйный рост. Что, вы слепые, что ли? Ему не вкачано вот это. Ободрение, я понял. Там ободрения нету. Да, надо стопать. Надо бить и стопать. Встаньте все в квадрат, встаньте все в квадрат. Квадрат, встаньте. Где начинаете, как мы стопаем? Пусть попьем Диллана у них. Я говорю! Начинай, ДК! Веди к зеленой колбе. Зеленой колбе, веди ДК. Эти боссы. 86-85. Я же говорю, не бейте, босс. Бейте в квадрат, стали, идем, бьем зеленого. Эти локи на него косные жзычи. Дети профа. Бафом будете бить. Какого замедлить? Зеленого, красного, обеих. Беги, малышка, беги. Ну, в руках оста есть, я не знаю, делайте что-то, боб сейчас пройдет. 7 секунд хосты. 2 секунды, 1, сейчас он меня догонит. Куда ты, блядь, тебя вообще повел? Ты что? Что-то я ничего. И боб по цели. Баба взял. Отойдите от красного. От красного. Давай, Джейвис, беги, добивайте. Дети пропал. Не надо было замедлять зеленого, Джон Лерой, первого. И откол. Смотрим, как красный выливается. Красного будем играть. Медленно красный. Давайте по красному. Эти красные сильнее. Все, давай профа, беги к зеленой херне. Все, квадрат, квадрат, бьем зеленым. Хиливайте рейд, смотрим, сейчас выберет цель, бей. Давай, профа, ставь тут колбы сейчас и профа у стола держи. Отходите, колбы. Смилики, бейте тупо профа. Иди ближе, отведи отсюда профа, чтобы возле стола не было колб. ДК, ты что, первый раз танчишь целый? Красного бейте, красного. Бейте все красного. Ты должен проговаривать, ДК, ты это должен уже делать сам. Колбы отошли, добивайте облако газа. Смотрим. Так, смотрим. Профа не бьем. Стопнули по профу. Стопнули по профу. Под зеленый кран пошли. Давай, ДК, под зеленый кран, профа. Бил квадрат. Квадрат. Бейте уже. По этому слизни. Я
Жаль. Так, бейте профа, переводите. Переводите профа. Прям по дебафам будете бить. Давайте, Гер. Все, диспел. Бейте профа. Вот это был экстрим. Меняется. Боб, дадите АДК? Меняется. Так, актуагла. Когда я скажу, прожмешь божественную защиту и дашь таунт по профу. Инициантка. Все, давай таунт по профу, актуагла. На божественную защиту. О, актуагла, алло. Я могу БЗ и таунт. Давай. Или ты забери, Лин. Забери. Актуаглы тупой. Поздно уже. Маг какой-то, I'm sorry, кто-то дайте в громовой утес, пожалуйста, по портал. Плащ поставлю. Я с камером на прикол отправлю. Так все танчат, так на офе танчили. В смысле привык, не привык. На офе же мало кто играл. Короче, это. Кранчик, ты в стенку бежишь. Ну ты защитник, ясно. Ах, туагла. Спасибо. Погнали. А, я спекаюсь, да? Куда? Ну да, в танках можешь спекнуться. На вершине духов же тренер, да? Дайте баф. Да, на вершине. Блять, зачем? Рыба для тех, кто любит аниме. На вершине старейшин, помню. А Валю сагрили. Валю сагрили. Бейте Валю, если я сагрил. Она забагалась, кажется. Сюда, сюда я выведу. Сюда я выведу. Приз, приз, сюда ее выведи. Вот на лестницу. На мост, на мост. Я на мост выйти, Киря. Можете просто на мост бежать. Ну и че, нифига на мосту не помогает. Ну ты беги дальше к центру.